Но поддержка некоторых поклонников Трампа не играет ему на руку. Например, поддержала его организация «Куклукс Клан». Там, где ребята в белых простынях выступают, они не любят чернокожих. Их газета «Крусейдер» хочет видеть президентом США только республиканца Дональда Трампа. Даже заголовок газеты совпадает с официальным лозунгом его предвыборной кампании «Сделаем Америку снова великой». Там объясняют, нам близки его националистические взгляды и слова о том, что он закроет границу для чужаков-нелегалов. Автор издания Томас Роб поддерживает Трампа. Он уверен, что Америка была основана как белая христианская республика. И, по его мнению, в таком качестве она стала великой. Примечательно, что рядом с программной статьей этого издания, посвященной Дональду Трампу, была опубликована сводка о черно-белых преступлениях в Америке и заметка о темнокожем парне, который называет себя сыном Билла Клинтона.